Здорово, свадо, с вами Нео Попа, и сейчас будет гайд на Некро. Вон, видите, что тут? На, качаем этого редиску. Ну, хорошо, его накоцал сейчас. А, не попаду, ладно. Короче, нормально его накоцал. Да, видите, я разок ауру прокачал. Что когда-то я видел, менялся с героями. Ну пусть забивает, ладно. Хотя хер его знает, я не дам антимага фармить, что мне надо. У меня ключевой герой. Этот антимаг, он дули чё. Расфармится. Видели, он от пассивки слился. Не, отвода я не пойду делать, пусть Гуля делает. Давайте его коцать. На! Ух ты, смотрите, как он четко попал. Да. Хорошо попал. Как раз вышка на меня согрелась. Да, сапожки первым делом собираем, покупаем. Чуваки, что покупать ему, я даже не знаю. Давайте посмотрим. Сапожки. Так, есть. Так, качаем первую. На, еще тычку. Сколько там у него? У него хватит там чего. Ну я ближе подойду, будет сильнее он отбирать. Нет, смотрите, не отбираюсь. Это не отбирается, ну ладно. Этот антимаг может быть тупорылый, может... может херню покупать себе. Давайте отвод сделаем уже, фиг с ними. Я не люблю эти отводы делать, ну ладно. Надо делать, что... Ну давай, иди сюда. Сколько там у них дофига ХП остается, да? Ну-ка, иди сюда. Называли имя одного человека. Кто-то называл его Славуня, кто-то Владислав, кто-то Сожитель, кто-то Полтора. Добиваем. Это Владислав Чубур, я его приглашаю в наш клуб. Ну, это хорошо уже, это минус подкреп. Слышал то, что я поливаю грязь, и меня, и моего друга просто это... Ну, я думаю, что зрители уже тоже... Смотрите, пидрючок сюда. Давай. Вот. Пришел посмотреть. Ну, хорошо. Ну ты хорошо, чувачки, видели? Нефиг вылазить. Нам надо добивать. Так, я уже могу снова сделать отвод. Может, я еще успею хоть кого-то отобрать.
Эх, не успел, ладно. Ну, сейчас еще снова минус подкреп сделаю. Вот идут. Ну, попытаемся полностью. Полностью слить. Целый подкреп. Смотрим, сколько там им остается. У них дофига еще хп. Давай, давай, давай. Ух ты, сука, не успел я. Не успел я. Эх, не успел, ладно. Ну, я тут буду нагибать тут. Без шансов. Шо, он там вышел, наверное, да? Чтоб его тут там не было. Иди ты нафиг отсюда. Я тебя тут постою. Тут скрипами не подходит даже. Вот. Ну, вот кто-то мне поможет хоть. Ну, сука. Да. Ну, слей его нафиг, наконец-то, да. У него нигде не качал вообще. Продать. Вообще не качал. Давайте, как с ним добиваем. Ну ты чё, хоть получить что ли? Опять отвод не сделал, всё плохо. Ладно, идем, короче, на отвод. Теперь с ним надо подкреп снова забить хоть один. А, тут вообще никого нет. Поэтому мы... Поэтому мы тут просто фармимся. Ну, это зацепил, гад. Вы же видели, зацепил. Диска зацепила. У меня плохо регенит. Я не буду их коцать, пусть. Не, давайте, надо уже. Да на тебя что-то, получай. Порезал. Он сейчас расфармится тут, этот редиска. Да ну толку, в антимаге говорил, он ничего не сделает. Конечно, не хватает. Ой, да ты чё? Ну, я не буду котать, ладно. Мне тоже мана не хватает. И очень не хватает. Да идите вы нафиг с вашими варгами.
Ладно, нужны покупай. Повезло как. Да. Не, валим отсюда, слушай. Сейчас это вытянет. Сволочь синяя. Ну идем, идем. Наконец-то слили. Отлично даже, я сказал. Чуваки, даже очень хорошо. Да иду, иду. Ну, прыгни, да не прыгни там. Не, он, наверное, не прыгнет. Ну, говорю, этим героям я нагибаю неплохо. Дабл киллы, все дела. Так, бежим на Б. Потому что сейчас тут что-то будет нехорошее, так. Так, чуваки. Смотрим, что нам купить. Ну, у нас, видите, я тут должен сопортить, поэтому я собирать буду так. А без Ауса будет у нас туса берет. Переживать не нужно. Так. Да-да-да-да-да-да. Так, ну бежим, бежим со всеми. Так. Куда нам это на четверочку? Давайте. На четверку будет удобно. Ну, видите, блин, я же говорю, антимаг собирает Battlefield, чуваки. Но это минус герой. Дулю расфармится, мне что-то так кажется. Хотя у них 4 ближних. Давайте на нашу Урсу посмотрим, где она. Ну, что пока слабенько. Ну, давайте поможем. Ну, тут это вытянет. Так, ну, давайте, ладно, варды купим. Потому что они плачутся. Теоретически плачутся. Видели, как жук четко сделал? Слил жук. Ну идем со всеми. Или нам будем тут шарить где-то. Все он бегает где. Идем со всеми. Нам этот антимаг, я говорю, он антимаг днище, еще раз говорю. За ним, с ним бегать нету смысла. Потому что днина тупорылая. Модернизуем, прикрашаем.
сыграли просто сказку. Удачный. Ну, Дарасина. Эти днища антимаги с этим Battle Fury, они уже задолбали. У него ни сапог нету, посмотрите на него, нифига. Дно тупорылое. Дно донное. Да, тут я буду, походу, только тащить. Так. Ну, дом поставим уже. Ну, я, блин, не получил ни левел, ни фига. Потому что все, потому что у нас нету варда. Так, я еще это возьму, чтобы убрать ихние варды, чтобы тоже поубирать. Нахер они срались. Хотя на кого тут надеяться? Смотрите, все толстые герои. Вот толстые, вот тоже. Ну, антимаг зато Battle Fury собирает, бароняра. Ну, зато будет бегать у нас с Battle Fury, чуваки. 3-4 ближних героя. Посмотрите, дебилы. Ну дебил антимаг, я чувакам сразу говорю. Вот вы посмотрите сколько, 2-3, ну, Урса 3-5. Что еще следовало ожидать от такой темы? Ну зато, видите, он Battle Fury собрал. Боже мой, это зачем тебе Battle Fury? Конечно, добили еще бы. Ходим с ними, за ними, сзади. Мы саппорт, мы тут ничего не решаем. Ходим за этими дебилами сзади. Во, нормальные тени, чуваки. Тени неплохой. Да нате! Ладно, он сейчас посыпет. Ну я говорил, посыпет он сейчас. Да.
Ну, Урса, Урса, конечно, тоже. Ой, блин, придурок. Пошел на руку, посмотрите, в ангар не собрал. Два урп-эффекта. Он побежал дебилоид на руку. Молодец, молодец, что еще сказать. Меня с первого пытается слить, потому что дед неприятный. Идем, стоим, ждем за всеми сзади. О, посмотрите, тут сейчас будет в лесу кто-то. Давайте хоть тут поставим, что ли. Вот, смотрите, херня это. Ну, вы же видите антимага. Я говорю, он будет это минус герой. Тупо это минус герой, чуваки. Первого меня пытаются сливать. Давайте еще купим. Ерсмин. Отлично. Отлично. Хоть правильно его качает? Не, качает он его правильно. Здравствуйте, Леонид. Значит, Игорь. Ну, меня первого видите. А я еще хотел тут поставить вард. И этот нет от инвизника вард. Ну тут меня слили, хоть может они. А, да и Урса тоже минус. Ой, Гуля. Да. Армлета тут, короче, мы не увидим. Да. Тут армлета не будет. Ой-ой-ой, рачины, ой, рачины. Леонид, давайте сейчас все посмотрим, как происходила эта процедура. Внимание на экран. I know. Yes. Да-да-да, сколько тут уже ему осталось почти. Хана ему, да? Навалим нафиг отсюда. Отсюда, ва. Звук меня первого сливает. Вот зато там они гулю. Конечно, мы его не догоним. Не, ну тут надо уже ставить у нас поближе варды, потому что далеко нету смысла ставить. Ну, чуваки. Ну,
Что следовало ожидать? Подкид и 900 кп нету. Дебилы, короче, Тима. А ну что этот хоть? О, смотрите, что надо первым, в первую очередь собрать этому Шадоуфинду. Посмотрите, что. Блин. Ему в первую очередь надо блинк собрать. Не, я, короче, дам этим дебилам репорт, потому что так играть. Вижу. Это по-любому, посмотрите. Кто-то говорит, что я мом собрал, типа зря Шадоуфилд. Ну посмотрите на этого чуда. С блинком. Ну вы чё, ну. Да, чудо, короче. И антимагу за эту, короче, фирму, за Battlefury тоже. Репорт. Какой Battlefury может быть антимагу? Ему надо на хп собирать. А не Battlefury, но смотрите, что он творит. Вот это сейчас меня сольет. О, я не похилил, ну ладно. Короче, краком попал полным. Посмотрите, что они собирают. Ну только посмотрите на это чудо. Не зря же в лоу приорите он играет. Окей, это я вам скажу, он не зря в лоу приорите играет. Ракообразный. Ему еще репорт. Конечно, репорт, ни хера себе. Вы же видели, как я на СВ играл. И как этот днище играет. Давайте посмотрим, сколько СФ накилял. 2-7, боже ты мой. Ну, посмотрите на моего СФ, где я им тащу. Ну ладно, чувак, я тебе уже АФК поставали. 1000 хп, боже ты мой, что он собирает? Ну его подкинут. Дагон тени посыпал и все, нет антимага. Дебилоид тупорылый. О, про СФ, да, смотрите. Ёлки-палки.
Ну, нафиг тебе доминатор, непонятно. Ну, мом собери. Все, чуваки, с вами был Pronagibator Neopapa. Короче, и Тима Рачин. Посмотрите, я хоть 5-9-12, хоть что-то мог здесь сделать. Это же... Все, короче, до новых встреч, пока.